Creeper. Всем привет, дорогие подписчики и зрители наших игровых каналов. С вами снова Валда и Галли. И мы что делаем, братуха? Ищем сыр. Quest for the Cheese перед вами, да. Перед вашими глазами, на ваших телеэкранах, мониторах, кинопроекторах, планшетах, телефонах. Просто вообще, да, везде. Не знаю, в веках и так далее. В общем, все. Гоу. В веках. Клево, да? Ну, типа, я тебе вмонтировал в веки монитор, чтобы ты смотрел кинчик, когда спишь. Клево, это здорово. Ну, кстати говоря, давай посмотрим, это дома, не дома, или... Погоди меня, сейчас я просто хавал, у меня что-то совсем было плохо с едой. Давай, да, подожди, давай вместе бегать. Иди сюда, иди сюда. Вот ты всегда видишь? Убегаешь, как обычно. Давай, да. А я случайно совершенно, смотри. Воу. Ножницы на эффективность и прочность можешь себе взять. Нормально, на тебе обычные траножницы. Будешь ими драться, да дай мне те старые. Только ты ими шерсть не стриги, ты ими делись. Зачем? В дома, кстати, я так понял, что зайти-то нельзя. Вот печалька. Но это маленькие такие, нет, вообще там был большой домик, по-моему, где-то. Во-первых, что такое здесь? Смотри, здесь вагонетка с... О, мать его, тут она уехала, стой! Тихо, обратно. Обратно, нет. Же печка. А, это, я понял, это двигатель. Это двигатель, да. Нам нужна еще одна вагонетка. Блин, она уезжает, вот она, есть. Все, пусть стоит. Все, не надо дальше. Она сама ездит. То она туда поедет. Другую. Другое место. Так, стоп. Сундук пустой, да? Ну там был уголь, что его написано? Нужно положить вот сюда, вот в эту штуку. Feed with rain, call at follow it. Ну, просто нам нужен, как минимум, нам нужна еще одна печка сейчас. Значит, так, стопэ, давай вообще обшарим здесь, что здесь имеется. Я пойду вот сюда, посмотрю, что здесь такое. Ох, у меня лагает текстура. Хотя ладно, тут есть нечто деревянное, мне как раз дерево нужно, чтобы верстак сделать. Нечто деревянное? Да. Слышу пауканов. Блин, охрененно, здесь даже снежные есть ситуации. Снежные блоки. Очень клево, вообще сделано просто идеально. Такой маленький мышиный рай. Да, очень здорово. Фу. Блин, похоже, это полублок. Вот как это все ломать? У меня дерево 43 штуки, что тебе нужно? Дай мне дерево. Очевидно же. Продаю одну доску за 4 угля. Какая там пещера с рекой. Одну доску за 44 угля? Да просто 4. Обдирательство полнейшее. Не-не-не, это нормальный выгодный курс. В условиях жестокого выживания. Не ломай траву, она красивая, на. Да будет потом это. Сколько тебе нужно еще? Да не надо. Тебе хватало одной доски? Мне кажется, ты мне одну скинул. Ну, тебе не хватало одной? Нет, мне нужно еще и еще 6. Так нам и досок много. Давай спать сделаем. А, меч выкинул, придурок. Спать сделаем? А у тебя есть нитки, у меня только 2. У меня тоже 2, тогда не надо. Тогда... Го в пещеру, тогда посмотри. Да, не буду. Давай сюда, иди сюда. Боже, булыжник. Да не, в пещеру надо ехать, наверное. Зачем ты портишь все впечатления от поездки? Смотри, там впереди что-то слева крутое, видишь? О, там вообще эпик вин. А, это река. Слушай, ой, там, кстати, сундук. О, да, смотри, 5 пузырьков опыта, я беру 3, поскольку я нашел. Дальше лечение, восстановление, сила, скорость. Что ты убираешь? Восстановление ты забрал. И либо скорость, либо силу. Так, давай тогда я беру лечение. Скорость, сила. Ну что ты убираешь? Давай, скорость. Я сделаю их-то скорость. На бобры. Это точно больше нет сундуков? В общем-то я понял, по-моему, это просто круговая такая дорога железная. И особо ничего давай интересного поездим. Нет. Так вот 2 вагонетки нужно, у нас 1. Так сейчас сделай, если ты мне немножко булыжника дашь. Ты что, каменную вагонетку сделаешь, что ли? Нет, мне есть железо. Так тратить железо на такую шляпу неохота. Ну хорошо. Давай просто я поехал и все. Вот, вагонетка выпала. Можно так ехать. Вагонетка с печкой выпала, и все. Я поехал. Догоняй. Уйоу. Я быстрее еду. Я что, ты сейчас не заеду вообще. Стопудово. Все, поехал обратно. Какая долбанная упоротость. Давай бустер сделаем. А, нет, не получится нас его сделать. Ладно, погоди, сюда сейчас заверну налево, и тут быстренько проеду. Ай, направо повернул. Поехали. А, здесь тоже не поднимусь. Ну что?
за люди? Да, тут тоже. Короче, ладно, пойдем пешком сходим. Пофигу. Да, братюня, я пошел. А ты так, давай на верхнюю, не? Какую верхнюю? Вот здесь верхняя. Где ты? Подожди меня. А, так ты хочешь сюда вагонетку поставить, съехать, чтобы разогнаться? Нет, я просто... Там-то мы были уже. Ну давай, гоу. Я, собственно, тоже и шел, только с другой стороны. Я вагонетку там оставил. Подтолкнул бы меня, ты меня наоборот толкнул. Ну ладно, все, иди. Что? Ты проехал? Я потерял жизнь из-за этого. Бедняга. Мне тебя искренне жаль. Здесь очень крутая штука есть, походу, пьеса, но очень опасная. Давай скорее ко мне. Слезай, давай, хватит баловаться. Я погнал. Нет, не слезай. Давай, тут меня уже хавают вовсю. Ну все, залетай пьесам. Ну тебе тоже хавать, я еще тихо, могу тихо. Сейчас. Спавнер сломал. Все. Есть контакт. Бери там сыр. Очевидно, сырок. Да, и возьмешь его? Да. Я еще возьму тут все эти штучки. А, ну да. Сейчас тебе скину тоже, подожди, на 5 штук. Я там в нашем старом, как мы думали, доме. Хотя, может быть, уже здесь дом. Да, здесь гораздо круче, по-моему, в разы вообще. Ну не знаю, там хотя бы животные есть. Но здесь тоже у нас спаунится еще. Тут мы тоже свинью видели в прошлой серии, помнишь, в конце? Да. Где-то она есть. Пойдем посмотрим, что наверху, может, это есть? Мне кажется, неспроста. Снежный биом? Ну не знаю, где-нибудь вот тут, допустим. Иди в снежный биом, а я пойду сюда. Разделимся чуть-чуть. Быстро почекаем. Тон-тон-тон-тон. С моей стороны пусто, но отсюда, кстати, можно дать этот кукленный домика. В принципе, предлагают разбегать по-быстрому. Да, так и сделаем, я думаю. Давай тогда ко мне поднимайся сюда. А, сначала да, проверь, что там у тебя, там, по-моему, что-то вижу, или это лампа просто. Сундук. Без оптифайна вообще фигово. Сундук? Так, такие же железные штаны, как у нас с тобой. И ну, по 5 пузырьков опыта. Забери, пригодится. Опыт дашь мне? Ты рядом? Да, положи в сундук лучше. Ладно, забей. Ладно. Ты 3 мне дал, ты меня обманул. Я тебе дал 5. Ну чем ты ломаешь такую красивую гору? И потом я заделаю. О, да. Когда-нибудь. Если мы с локаянти вернемся еще. Расскажи это моему деду. Он тебе поверит. Твой дед уже знает историю. Ты ему рассказывал уже, да? Да. Клево. Блин, долг сквозь земли пор. Да все, там шляпа, пойдем. Да, тут ничего нет. А, у меня лагать начало. О, перестало. Ох ты ж тут падать, ну елки что палки, а. Камсу, мир, давай, бро. Тут жалюзи страшные. Я видел. Давай сюда. Оп. Смотри, короче. План такой. А. Вот сюда прыгай. Маленькие деревья. Только не убейся. Блин, да я знаю, как так прыгать. Я с тобой уже прыгал в такие штуки. Опять я виноват, хочешь сказать, да? Собирал потом свои... О, смотри, там, короче, все, край карты, окно, и за ним крипер стоит так. Палит. И там дождь, смотри, под дождем мокнет. Бедняга. Иди отсюда. Так, тут аккуратно. Ладно. Жалко и правда. Предлагаю зайти с парадного входа, то есть вниз, и потом обойти дом с другой стороны. Опять курицы. Не горели? Ну, да. Или ладно, черт с ним. Да ладно, черт с ним. Да не ломай, не ломай. Может здесь не убиться даже. Может с ним жить будем, да? Да. Только давай осторожнее, я там слышал пауков. Подожди, Трахилис, меня не хватает немного. Дикое количество пауков. Не пугай так меня. А, я понял тебя. Он на меня агрессируется. Агрессируется? Ты мой факел сломаем. Сделай что-нибудь. Ты убил его, не переживай. Братюня. Так, давай сразу тихо. Думай. А что есть думать-то? Влетаем и спецназ просто убиваем всех. Почитаем, подожди. Валдай, ты помнишь ловушки? Сэр Владимир и Хелена. Dream House. Короче, тут живут Владимир и Елена. Давай сюда вот зайдем. Ну вот, и это их дом мечты. Dream House. Слушай, клево, красиво, реально картины, все дела. Тут можно как-то? Тут факела нельзя поставить, осторожно, они все на полублок. Да что ты меня обманываешь-то? На стену-то можно клепать их? Вон, на стену смотри. Можно. О, подожди. Что там? Нет, не смогу ничего сделать. Меня поджечь хочешь? Потерял. У тебя же была зажигалка. Я ее выложил дома. Молодец. Телевизор был. Так, тут ничего нет. Смотри, там даже этот типа аквариум. Блин, прикольно сделано, кстати.
Аквариум. Аквариум — это круто, да. Так, печки пустые. Двери бутафорские. Ну это не дверь, наверное, это как бы. Ну это типа, да-да-да. Типа все круто. Так, гоу выше. Так, на этом этаже еще все нормально, скорее всего. А сверху пару выспал. Да, там и зомби воют. Стопудово там. Что-то там опасно вообще. Трэш. Дико опасно. Так, вот здесь опасно. Не? Наступи на туалет. Можешь? Да, с удовольствием. Тихо. Это ты сделал? Кстати. Не пугай, так вот смотри, там еще нажимаем плиты. Да не, вроде они не работают. Да это просто душевая кабинка с туалетом. Гоу выше. Блин, я их не хочу выше, там жестко паруются. Ну а что делать-то? Надо устроить им зачистку. Тихо. Вот, вот тебе и зачистка. Угу, я понял. Блин. Тебя. А, еще где-то. Что такое, где он? Да не-не, все, тебя просто яд бьет. Не, он просто в текстурах только что мелькал. Да в текстурах это... У меня пруф. Ну все, у меня пол хп теперь, ну в смысле пол жизни. Я не знаю, что делать. У меня теперь Half-Life, половина жизни. Ты знал то, что Half-Life переводится половина жизни? Нет. Узнай. Блин, меч сломался. Дать тебе меч? Не, у меня есть. Давай, пошел, пошел, пошел. О, черт. Не, давай по одному, иначе мы тут друг друга перебьем. Ломай их, ломай полностью, я там факел поставил. Ох, там их реально много, очень много. Слушай, чувак, там очень опасно все. Так, тихо, подожди, подожди. Давай по очереди заходить. Главное не умирать. Так, тут вообще какая-то жопа полная. Заходи скорее. Немерено паутины кругом и непонятно, что делать. Наверняка спавнер есть где-нибудь, давай искать. Спавнер, я вижу, так, да. Так, я вижу сундук, подожди, нашел сундук. Ты, давай потом по сундукам пошаримся, надо пауков убить. Давай, ладно, пошли. Я вижу спавнер, я один спавнер точно видел. Давай факела поставим еще в темных местах. Тут зомби застрял. Вон, паука на него заспавнились. Отходи, отстань. Живи, живи, братуха, живи. Блин, я меч выкинул. Блин, помоги мне, волк. Беги, беги, моли своим богам. Давай, давай, отходи, отходи в сторону, отходи в сторону, отойди в сторону. Где ты появился? А, тут паука нападает на меня. Зато я возьму зажигалку. Тихо, тихо, тихо. Тихо. И смогу поджечь. Слышишь, смогу поджечь. Беги скорее, я сейчас тут подохну. Один, жало. У меня мало хелов. Не, слышишь, спускаюсь, короче, все. Вещи забрать твои, нет? Да, забирай. Окей. Блин. Два меча, два импортных самовара. Три портсигара импортных, да. Слышишь, мне, кстати, не помещается половина твоих вещей, поэтому уж извини. Ну, блин. Придется тебе остаться без ботинок, шлема, двух штанов, нагрудника, печки, кирки, мотыги, железо. Пузырька с этим самым. Чё-то слишком много. Короче, да, у меня своих вещей было немерено. Чё-то с ней заплетаюсь немного. Языком своим. Ну ты понял уже это. Это вообще было здорово. Так, стой, я знаю, тут есть сундук. Наверху я видел сундук. Я пойду в сундук сложу вещи, когда похилюсь. Потому что у меня сейчас одно хп. Иди ко мне бегом. Иначе ты потеряешь свои вещи, реально. Я бегу, блин, куда еще быстрее бежать? Я не могу. В общем-то, сейчас я похилюсь. Поднимаюсь, убиваю пауков, которые там спавнились, беру остатки твоих вещей. Где мой лук? Они его сожрали, наверное. И кидаю их в сундук, который там был. Сундук не кидай, надо свалить оттуда будет. Ты что, они пропадут, значит. Они пропадут, реально. Да я сейчас уже поднялся. Где ты? Уже в доме куда? Но я сейчас, тут уже быстро. А, я упал на первый этаж. Идиот. Выпал в окно. Он там, молодой. Нет, я не там, я тут. Не верьте ему, он вас обманывает. Ты скоро, нет, братуха? Вот я уже поднялся. Ну как поднялся? Не к тебе поднялся, а поднялся на зеленую травку. Сейчас оттуда спрыгну. Надеюсь, что не упарюсь. Все, бегу, бегу, бегу. Так, я лечусь пока что. Вот я уже захожу в дом, считай. Тут ставни такие прикольные. Дашь мне поесть немножечко, а то... Слушай, тут, короче, не открывается ставни этого, потому что на ней пауков стоит немерено. Вал, дай, дай поесть, пожалуйста. Да не дам я тебе поесть, остань. Ну дай поесть. Тебя подожгу. Ешь. Ладно, еще. Хорошо, хорошо. На, держи, держи, сзади кинул. А, пауканы, ты видел, они лагают, нет? Блин, не знаю, я боюсь. Все, гоу, давай. Че, гоу-то?
Убивай. Тихо. Не, я уже думаю, что здесь все надо сжечь. Нет. Не стоит, не стоит. Это просто плохой чердак. Забирай свои вещи, бегом иди. Бегом, бегом, нет никого, заходи. Захожу, захожу. Где мои вещи? Где? Вот они. Так, стой здесь теперь, быстрее, быстрее, стой, стой, стой. На тебе, это твое было. Это твое. Это твое. Давай, одевайся, одевайся. У меня кирка была и новая, и меч новый. Так, на это. А, вот они, в принципе. На, есть. Так, вот это вот. Я тебе кинул вещей, кучу, кот ушел. А я здесь. На, еще это тебе. Там что у тебя еще было? Меч почти сломанный был, и кирка почти сломанная. Какой, какой меч почти сломанный? Гибельный насекомых один? Нет, это мой меч. Там еще какой-то. Поджигающий, да? На, кинул. Фигня какая-то, не помню. Кинул, а, забирай, забирай свой меч. Все, гов, давай. Я сундук сразу обшарю, трапнуш потом. Без вариантов будет. Тут взял опыта 5 штук. А, скорость, восстановление, лечение. Давай теперь скорость я забираю. Давай, теперь силу я, лечение я, ты реген бери. Окей. Что-то они нас не агрессируются, наверное, потому что они далеко, а спавнят далеко. Пошли, давай. Вынесем спавнеры. Вон, я вижу спавнер. Да блин, это опасно. Да нормально все, давай, не переживай. Не кашляй, я пошел. Блин, слайк, я очкую. Все, вынес. Думаешь, он один был? Ну, надеюсь на это. Дай поставим пару факелов где-нибудь, это реально темно очень. О, сыр. Да, я видел сыр. Сыр-то я видел, бери его. Я не видел. Я пока прощаю, что тут еще есть. Я полагал, что он здесь есть где-то. Гребаная вонючая паутина. Да. Тут крутая штука, надо забирать. Так, так, так. Неужели все? Неужели больше тут ничего нету? Прям даже не верится как-то. Да, что-то здесь много вообще пауков было. И такое просто пространство большое, только один сундук спрятанный, и один спаунер с сыром. Ну хотя, в принципе, да, наверное, так и есть. Да блин, это не мало, но что-то хотелось больше. Ну вот считай, это все пронесли мы всех, что, нормально. Что тебе еще дать? Хочешь блоков там какие-нибудь? На железо твое. Железо, на тебе сыр, на тебе твою решетку. На тебе два опыта, нет, три опыта даже, хрен с тобой, забирай. Так, что тебе еще дать? Подожди, подожди. Три опыта, у меня было 10 пузырьков. Я тебе 20 кинул, так, если что. А, точно. На тебе 17 досок дубовых. И плиту вдогонку. Все. Плиты я тебе так же сам выкинул. 4 штуки. А, нет, я тебе нажимные плиты выкинул. Надеюсь, ты взял. Зачем? Не знаю. Нет, не взял. Чё-то закрыл. Ну. Подожди, у меня здесь идея фикс есть. Я хочу поджечь. Не надо, не поджигай. Зачем поджигать дом этот красивый? Да дом. Не дом, красивый. А камин? Этот камин красивый. Гоу. Это сейф что-то там. Кстати, сейф. Подожди, смотри. It's safe to light with fireplace. Короче, это... Подожди, дай посмотреть сначала там, что там есть. А, то не пройти, да? Ладно, поджигай. Ну вот так сможешь. Да ладно, поджигай, все. Ну тут ничего нет. Сейчас обратно поставлю. Ну теперь будет такая с трещинами, плохая. Почему с трещинами? А, не, нормально, вот тебе повезло. Так же, как был. Давай. Е-е-е. Красота. Присяду-ка я здесь. Втащу-ка тебе тут арбузом по голове. Ха-ха-ха. Это за то, что ты втащил. Тебя наказал. Тебя курица наказала. Столько опыта, где я появился? В жопе появился. Отлично. И ты в глаза смотрел, я по-любому знаю. Откуда у тебя сырая курица в доме? Расскажи мне этот секрет фирмы. Так я же говорю, ты сдохла. Живая. Появилась сырая. Врешь ты, пойди мне все. Утонула, блин, курица. Как спуститься здесь? Подожди, не понял. А, там вода, вижу, вижу, вижу. Скорее, скорее, скорее. Вещи мои, вещи, вещи, вещи. Да, довольно быстро упал. Что загорелось-то? Что загорелось? Дом загорелся? Не, я потушу, пожалуй. Мало ли он загорелся. Ну, вроде нет вообще-то. Не знаю, почему он... Я камень потушил, короче. Но я слышал, что загорелось. Хорошо. Блин, столько опыта просто всрал. Ну, половина, конечно, останется, или там треть, но все равно, блин, обидно. Можно я сломаю кусок? Да, половина кожи? Осталась. Делай, она состоит из железного блока. Просто. Да, сломай. В таком случае даже нужно. Да, долбанные скелеты, лютые. И холодильник, кстати, состоит тоже из железных блоков. У нас теперь 4 железных блока. Печки возьму. Окей. Сломаю тут дом немножечко, конечно. Печально. Да, но... давай, давай, мы все уже будем там вот в земле, с травой. Ну, короче, вообще круто, да. Там круто, в общем. Возьму лампу, пожалуй. Давай, все, что-то. Картин, как же взять картин? Возьми, возьми. Клево будет. Картины, книжные шкафы вообще.
колоссально. Так, рычаг. Нет, я по-быстрому все расставлю по новой. Я пока здесь побуду недолгое время в этом прекрасном доме. Попробуй. Потому что надо будет много чего достать. А... Не знаю, даже тебе предлагаю освоиться где-нибудь. Пока что. Книжные полки нам нужны. Пока что я осваиваю свой инвентарь. Книжные полки? Да. Да хрен его знает. Ну возьми, что пригодятся. Да, возьми на всякий случай. Хотя, да нет, нафиг. Там же был у нас зачарователь где-то. Хороший такой. Ну там же нормально так было, да, зачаровывать, поэтому не надо. Вот каменный. Блин, нормально, так смотри, еще найду место, откуда я упал. В принципе, неплохо так полетел. Довольно-таки эпичное падение. Ладно, тогда поднимайся обратно в траву, туда вот к этому Акме Рейлвей. Где упала картина? Поищи там. Да, я уже ушел далеко. Ко мне упал зомби, я его нашел. Он немного похож на Джона Траволту. Это очень красиво, значит. Ну да, конечно. Хотя смотря где, я смотрел с ним фильм, где он был не очень красивый. Ну ладно, не важно. Картины это круто. Я думаю, когда-нибудь в конце всех этих путешествий нам нужно будет освоиться где-нибудь, и мы выберем ту березку красивую, большую. В общем, что у нас по времени получается, братюня? Да еще есть время, еще минут 10. Я просто предлагаю тебе, может быть, сходить туда посмотреть, что там за Майнкрафт. Уж больно интересно. Блин, еще одна картина улетела к тебе. Да я ушел уже, я уже вот на траве бегаю. Ну, не к тебе, в смысле, да, внизу, я просто говорю. По факту. Так, знаешь, что, пожалуй, я сейчас сделаю? Я, пожалуй, схожу в реку, посмотрю, что там в реке было. Хорошо, и те, кто думает, что я мародерство, они ошибаются. Нет, вы не ошибаетесь, друзья. Так оно и есть. Он лютый мародер. Нужно было срочно забрать. А, я потом отдам. Ну-ну. Так, мне надо перекусить. Так, ну какие у нас варианты тут отсюда свалить? Не хочу падать, закончить как Валдай. Да ладно, нормально, кстати, мне понравилось. Какие варианты? Прыгай обратно на жалюзи, иди по жалюзи, по, ну не по жалюзям, а по этому, по подоконнику, короче. Ты уже в этом, в зелененьком? Да, я говорю, плаваю в реке в этой. Помнишь, там река была большая внизу? Да, кстати, я решил надо... в ней прощекать, что там находится. Надо туда посмотреть еще в этот. Ну, откуда она, исток идет. Ну, да, который я пошел. Блин. Тут как-то иду. Ну, иду. Так, братья, тут, короче, по-моему, ничего нету. Лужника чуть-чуть под собой. Да. Именно так, да? Тут реально ничего нет. Ну, сейчас посмотрю, подожди. Давай двигаться по... также по карнизму. Да-да-да, давай, приди ко мне сначала. Стой на мосту, в общем, сейчас к тебе приду. По-быстрому заценю, реально нет ничего. Да, реально, блин, тут офигеть. Крипер стоит. Просто так река. Свинья, кстати, поднялась. У меня проблемы. Какие? У меня есть лук на бесконечность, но у меня нет ни одной стрелы. Вот это подстава. Меняй одну стрелу на лук на бесконечность. Убей крипера лучше. Как тебе? Как, нормально? Как красиво он разнес просто. Заделаем по-быстрому? Да, делаем. У меня только дубовые доски. Вся земля у тебя осталась. Блин, гравий. Тут нужен гравий, чувак. Блин, как? На гравий вроде нельзя поставить эти. Почему? Вот еще. Можно. Что-то как-то пытался, но не получилось. Есть гравий-то, нету? Нету. Подожди. Должен был выпасть чуть-чуть. Нет. Да пусть будет земля, какая разница. Не, ну это не клево, нифига. Ну так тебе гравия не хватит. Один у меня есть. Да. Ладно, найдем, может, гравия когда-нибудь. Вот это не гравия вообще-то, булыжник. Зомби плавает. Блин, облом. Ладно, друзья, видит крипер, что мы этого не хотели. Слушай, погоди, вот здесь нагрудник валяется. Твой, нет? Да, это он кожаный. Ага. Плохой. Плохой кожаный. Так, смотри, короче, какой у меня план провести хороший. Смотри, вот план, вот гравий. Вот, да, это план мой и был как раз. Здесь. Только вот здесь гравия все равно нет, под этими рельсами. Под какими? Что за прикол? Вот под этими рельсами. Не знаю, это какая-то упоротость. Ладно, все. Восстановили починение, главное, что платил рельс теперь. В чем я не уверен, кстати. Раз, два, три, четыре. Хватило,
Да, и ты где-то там есть. Я поднялся на какую-то штуковину. Братюни, давай, короче, сейчас смотри, какой план. Камцу мир. Я все уже продумал, пока ты там тусовался. Давай, я картин набрал. Иди сюда, ты видишь меня, да? Да, вижу. Не, слушай, стой, надо сундуки сделать, у нас реально столько вещей, у меня полный вообще этот самый... Или вернуться домой. Как тогда поступим? Давай сундуки сделаем, туда ставим. Если вернуться домой, то мы уже точно не успеем дойти. А где мы будем жить? Давай жить здесь, тут больше мне нравится, по-моему, тут круче. Нет? Или все-таки там? Да нет, тут круто. Здесь у него свинья ходит, видел? Я не против, да. Свинья круто. Давай тогда, хорошо, здесь. Тогда нужны сундуки, у меня хватит на один. У меня хватит на два, а то и на три. Но делаю два. Ладно, вот это так. Обидно. Обидно, что я как бы начал там уже заборчик строить. Да ладно, ничего страшного, там фигня. Я там тоже начал землю выкапывать. Но здесь, по-моему, просто реально круче. Или нет, или все-таки там? Да нет, тут на самом деле реально круче. Мы здесь сделаем собственный мини-Лас-Вегас. Мини-Вегас. Вот. Так, я даже не знаю, это, наверное, не надо. Я тоже нитки, думаю, что скинуть. Нитки все-таки возьму. У меня, кстати, знаешь что? Да нитки по дороге набью еще пауков. Знаешь что у меня? У меня очень мало этого самого. Еды. Чего-чего, так у меня мало, это блоков. Еды у меня всего 3 арбуза. И чуть не выплатить. Да, елки-палки, перестаньте ставиться. Еще лишних штанов железных, 2 штуки. 2 штуки лишних штанов железных. Одинаковых. А, кстати, вот это лучше. Так. Нет, я вот эти носил. Слушай, я, пожалуй, оставлю свои зелья, возьму с собой только что-нибудь одно. А я зелье тоже оставил. На эпичную битву какую-нибудь, не знаю. Я возьму с собой мгновенное лечение, пожалуй. Предстоит здесь битва, интересно. На всякий случай, поставлю на быстрый слот. Так, все, в принципе, готов. Единственное, что у меня лопата очень хреновая. Пожалуй, я сейчас сделаю себе новую по-быстрому. Так, чисто заодно. У меня лопаты нету. Ладно. Есть булыжник? Да, в сундуке в этом большом двойном. 8. Ну, сколько было? Надо достать еще. Потому что надо сделать печку. А, не надо делать печку, че я туплю, чуть булыжники потратил. Боже мой. Да до булыжника немерено, вон, обернись. Да я видел, да. Потому что реки все из булыжника стоят. Все, готов? Нет, палки нужны. Палки тоже в сундуке были в том же. Вроде как. 15 палок, да? Нормально. 8 хватит вполне. Топор и лопату сделаю хотя бы. Хотя, да ладно, топор и лопату. Топор и лопата — наше спасение. Уе. Уе. Все, you ready? Да, воды возьму. Да, воды, воды кстати, возьми, да-да-да. Обязательно, вон река за тебя. Ну вот, не хватило. Что жрать? На. Плоть? Плоть, да. А чё нет? Да, нормально. Пойдет. У меня самого осталось 7 арбузов и все, а потом плоти будет только 12 штук. С мясом покатит. Тут нет источника. Где-то есть источник. А, точно, вот есть. Ну блин, теперь некрасиво. Поищи в другом месте. Вот нашел. На фол. Давай, 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 го, мы не успеем дождать еще серию плюс закончить. Да я пытаюсь, блин. Ты как не обычно собираешься полтора часа? Дай стрелу. Да, иди, найди себе сам стрелу. Найди мне тогда друга. Ой, нет, не трогай мою вещь. Одну стрелу всего, мне больше не надо. Конечно, блин, читер, больше ему не надо. Так, стой. А там мы сзади не пойдем туда. То есть пойдем, но окольными путями. Нормально, мы сейчас сделаем круто. Пойдем с парадного входа. Сейчас увидишь, смотри. Для начала прыгни вот сюда, на эту платформу. Блоки есть? Да. Теперь сломай шерсть. Пригодится, мало ли, сделать кровать. Теперь. Она упала вниз, ну ладно. Теперь прыгай вниз, сломай ноги. Нет, не да, хочу. Давай, прыгай. Опа.
нормально. Надо по поверху пойти. Да все ровно, иди сюда. Ну да, это чуть-чуть надо всего. Чувак. Ну все, ладно, как хочешь. Ну мы с тобой вместе сейчас пересечемся там. Нет. Ну как-то нет. Скелетон, скелетон, скелетон. Опасно, опасно, опасно. Опасно. Попал, сволочь такая. Там что-то невероятное вообще. Так, вот теперь все будет клево. Тихо, напугал меня. Вот смотри, все, видишь? Да, надо было и правда по нему зайти. Потому что там все равно упарываться пришлось. Но я зато 5 штучек шерсти достал. Я слышу пауков. Я тоже. Ну как и обычно, собственно, блин. Но я думаю, нам сейчас вот здесь мы не успеем разобраться. Хотя пофигу, наверное. Смотри, свинья ходит. Где? Ну вон там. А, да, прикольно. Так. Она забралась все-таки. Она сделала это. Ты не хочешь пойти просто? Не-не-не, не хочу. Мы сюда. Вот, смотри, да все уже вот вошли. Что это такое? Крипер, смотри. Вот это что такое? Посмотри, что-то симулировало. Пока ты не сломал здесь все. Что символизировал? Не знаю, посмотри, фигню какую-то. Ладно, гоу, давай, собирай по-быстрому леса. Тут, по-моему, должно быть спавнер, мне кажется. Видишь, там решетки. И наверняка там есть сыр. А я пойду вниз прочекаю, давай. К паукам, к лютам. Да ты паукам пойдешь? Да блин, жесть вообще. Ну я ж камикадзе сзади. Ну, почти. Сомнительно. Ладно, просто камикадзе. А, ёпту! Воу. Там, да, там довольно низко. Да, детка, я сделал это, мать его, за ногу. Тут железный блок. Я дебил конченый, вот так-то. Нельзя так говорить. Можно. Так, железный блок, это круто, я возьму. Решетки возьму. Обожаю решетки. Пока волда идет. Да, и все, отчеты там. Я не дойду никогда в жизни. Спустись, пожалуйста, вниз или сделай мне что-нибудь, типа там. Я даже не знаю, короче. Я воду вылью. Придется так сделать. Давай, придется. Кстати, весь этот ковер в этой комнате стоит с песчаника. Полностью. И целиком. Интересно. Так, я вижу тебя, вижу пауков, но я еще не прогрузилась, поэтому я читер, вижу всех мобов. А с тобой на этом пространстве находится примерно 50 мобов. Не, поменьше 20. Я возвращаюсь домой. Слушай, подожди, а ты можешь сориентировать меня, где мои вещи? Потому что я сейчас опять пойду на туда куда-нибудь. А, да, сейчас. А, нет, пауки. Блин, пауки, много пауков. Нет, идите в лес. В темный-темный лес. А, твои вещи прямо подо мной, если ты меня видишь. Ну, подожди, нет, стой на месте. Ты его доставил оттуда далеко до тебя? Я на ней поднимаюсь. Нет, вот уже поднялся почти. Отлично. Твои вещи ниже, они как бы внизу. Я понимаю, да, мне просто нужно сейчас что-нибудь, на чем спуститься, и что-нибудь, чтобы отбиваться. Я воду обратно возьму, и придется разлить там, где... Давай, хорошо. Тихо-тихо-тихо. Так, поднимаюсь, готов. Давай. Где-то здесь, да, я упал? Ну вот, ты очевидно... А вот там, смотри, пауки. Ну, у меня кулак, я не пойду с ним воевать, поэтому давай спускай воду, я пошел вниз за вещами. А хотя сейчас вещи все смоют водой. Ладно, похер уже. Ну так, забыл, кстати, скелет пошел. Я его завалил, не волнуйся. Давай. Нет, они меня скинули. Фу, в воду попал. Который еще, прикинь, который еще разливается до сих пор. Она почти кончилась, но разливается еще. Так, вещи свои забрал, я в тупике. Вниз копай. Зачем? Да я лучше поднимусь наверх обратно. Да нет, я внизу. Еще ниже? Вот, сейчас, вот ты сейчас знаешь где? Копни чуть-чуть в бок, в доски копай. Да я вижу тебя, вижу. Я топор еще в доску-то копать, зачем? Ну, здорово. Все, вот, надо здесь заканчивать. Погоди, давай сейчас, я знаю, как быть. Стрелы, ай, вот так вот, короче, быть. Все, привет, паукан. Ай, помоги мне. Он не атаковал тебя. Не знаю. Гори, паукан, burn in hell. Там скелетоны, в общем, какое-то безумие начинается. Я надеюсь, что все свои вещи поднял, кстати, не в курсе. Давай поднимите к себе домой и там закончу. Давай, хорошая идея. Отличная идея. Блин, я всрал весь уровень. Все уровни свои. Мне дважды тоже. Уже за эту серию. Я не дважды.
Это легко исправить. Ладно, дорогие друзья, надеемся, что вам понравилось, как обычно, упоротая серия упоротого прохождения Minecraft Quest for the Cheese. Да, прикольно было. Можно предложить вам сделать, пожалуйста, подписочку на канал. Большой лайк вверх. Огромный, как понимаете, как хотите. И большой комментарий, отличный такой, на 3 страницы. Where you are? Yes, of course. Да, собственно, Галли прав. Дорогие друзья, комментируйте, нам будет приятно почитать, ответить на ваши комментарии. Старайтесь большие пальцы вверх, если вам понравилось видео. И подписывайтесь, кто этого до сих пор не сделал. Ну и до новых встреч, друзья. Всем пока. Пока-пока.